Скажите, хотя бы, с вами все в порядке? Жив как бог. Жив как бог, но зол как дьявол. Народный артист России Алексей Булдаков был чернее тучи и с трудом скрывал раздражение. Около 5 часов вечера актер попал в крупную аварию на западе Москвы. 5 лимузинов, в одном из которых находился Алексей Иванович, столкнулись на Кутузовском проспекте. Кортеж ехал на корпоративную вечеринку, куда Булдакова пригласили ведущим. Хотели, значит, отметить юбилей моего агентства в год. Вот. Но, к сожалению, попали в дорожно-транспортное происшествие. Сейчас ждем, пока оформят, и поедем дальше, я надеюсь, скоро. Авария произошла, когда водитель Ниссана резко притормозил, пропуская пешехода. Следующие за ним лимузины столкнулись. В результате ДТП никто не пострадал, но настроение у гостей было безнадежно испорчено. Мы стоим в пробке, мы уже час точно, может быть, даже два где-то. И настроение уже упало, все-таки хотели веселиться. Не знаю, может, когда отъедем, звоним, просто когда это все закончится. Чтобы хоть как-то скрасить ожидания в пробке, находчивые сотрудницы модельного агентства устроили фотосессию прямо на месте аварии. Девушки звали фотографироваться и Алексея Булдакова, но актер под предлогом сильной усталости отказался. Кристина Пастушкова, Надежда Гладченко и Марат Абулхатин. Life News.